То есть я не думаю, что его будут тянуть до 27 -го года. Всем привет, друзья! На связи Слай. И прямо сейчас мы вместе с вами поговорим о возможном закрытии мини-режима аркад от проекта Vine world И вместе с этим сейчас постараемся взвесить все за и против, а также узнать, что же произойдет с данным мини-режимом в ближайшем будущем. Так что прямо сейчас запасайте лайки и печеньки. А также подписывайтесь на канал с колокольчиком. Ну а мы начнем наш обзор! а три подписчика, оставивших лайк и комментарий под этим роликом, получат лицензию Майнкрафта. А по секретному летнему промокоду Слай в описании тебя ждут большие скидки на Майнкрафт лицензии. И что же, ну а сыграем сегодня мы в тот самый мини-режим аркад, в Джамп Лигу и различные другие мои очень любимые режимы, которые, вероятно, мы скоро не увидим. В последнее время среди игроков очень часто витает новость о том, что, мол, аркады могут быть закрыты. И сегодня мы постараемся рассмотреть все за и против и вместе с этим их взвесить. А также узнать все-таки, будут ли закрыты данные мини-режимы. Если да, то зачем и когда это будет сделано. Очень надеюсь, что вы оцените данный ролик лайком и подпиской, поскольку сделан таки он специально для всех тех, кому была интересна эта тема. И прямо сейчас давайте сразу начнем, наверное, с главных проблем данного сервера. И именно сервера Аркад, то есть не всего рода, а именно Аркадного режима, с которым, я думаю, вы уже не раз были знакомы, хоть по прошлым роликам, хоть по самостоятельному опыту игры на этом режиме, начнем само собой, с того, что совсем недавно мы уже нашли порядка 20 багов и проблем данной игры, но вместе с этим также были найдены и еще очень такие заметные проблемы, которые были связаны как с датой выхода этой игры, так вместе с этим и с ограничением доступа сюда только премиум игроков, которые мне кажется, очень сильно уже прямо сейчас отпугнула пользователей, хотя вероятнее всего все-таки рано или поздно после полноценного открытия этой игры для всех игроков вероятно все-таки онлайн будет возвращен и игроки конечно же продолжат на нем играть. Так, но ну, а мы тем временем уже на третьем модуле очень быстро мне кажется и мне кажется за это вы точно должны оценить сейчас все это лайком. Так вот давайте перейдем уже думаю к основным причинам, которые игроки считают наиболее важными для данной мини-игры. Начнем, само собой, с того, что онлайн на данной мини-игре сейчас, ребята, просто невероятно низкий. И вместе с этим, с каждым днем, если вы так посмотрите таки на онлайн именно режима аркад, игроков здесь становится все меньше и меньше. Даже несмотря на то, что зайти сюда, по идее, можно при помощи целых восьми способов просто взять и обмануть систему и попасть, собственно, как и я в прошлом своем видеоролике, 8 Раз, собственно, данный режим без какого-либо доната. Рассказал вам 8 способов, однако вместе с этим все равно большинство пользователей скорее всего сейчас уже успели поиграть и оценить сам мини-режим, из-за чего как раз таки онлайн у нас уже начал скатываться именно на игре Аркад. Он все еще по-прежнему недоступен, поэтому если он выйдет, то вероятнее всего этот пункт можно будет пока что временно пропустить на момент старта самого мини-режима, но в целом, конечно же, он уже сказывается на популярности именно этой игры. Ну а мы тем временем давайте перейдем уже сразу к остальным пунктам, которые также не менее важны, и, по мнению пользователей, как раз таки могут послужить закрытием этой игры. Ну и начнем, конечно же, с оригинальности самих мини-игр, которые в целом просто являются копией. Копии обычных официальных лицензионных мини-игр с того же самого Hypixela Gomage ситоксиана и прочих различных игр. Ну и вместе с этим особо не привносящих абсолютно ничего нового, кроме дополнительной графики и возможно русскоязычного интерфейса у самих мини-режимов. Если, собственно, смотреть на это именно с этого ракурса, то вероятнее всего ни один из вас, конечно же, сейчас не скажет, что данный режим является ну прям таки реально уникальным в связи с чем конечно же можно уже прямо сейчас говорить о том что большинство пользователей могут просто уйти на сервера где эти режимы будут доработаны гораздо и гораздо сильнее и как раз таки сейчас мы перейдем к поводу номер два а именно к причине которая наверняка вероятно станет роковой для этой игры которая содержит целых 8 или 10 мини-режимов И так вот, собственно, учитывая количество Самих мини-игр, вероятнее всего Поддерживать их будет крайне сложно О всем этом мы уже говорили В прошлом видеоролике, который я выпускал Вчера на канале, однако Вместе с этим, собственно, если вы все-таки Еще его не смотрели, то вкратце Можно отметить то, что, собственно, поддержка Самого этой мини-игры, вместе с этим Выпуска новых мини-режимов и просто Каких-либо обновлений для нее, займет Крайне много времени и усилий администрации А учитывая то, что по Поддерживаясь даже текущие Skywars мини-режимы новыми картами или хотя бы какими-то дополнениями для разнообразия самой игры у них особо не получалось на регулярной основе. То говорить о том, что сейчас что-то изменится, и таки появятся десятки различных новых карт, или, возможно, еще парочка мини-режимов, которые сейчас якобы пока что будут доступны в 27 году, будет довольно проблематично. Ну и вместе с этим, я думаю, многие из вас могут согласиться, что вероятнее всего большинство таких режимов будет заброшено. Ну а самые популярные в итоге, конечно же, будут обновлены, но обновлены отнюдь не многомиллионными картами, а просто раз в месяц или раз там в полгода будет выходить парочка дополнительных карт, возможно там какие-то новые вещи появляться, но в целом сам режим, конечно же, является крайне и крайне банальным. Вот пока что единственное, что меня здесь, собственно, интересует, Учитывая, что я и на лицензии играю довольно часто, и, собственно, на Вайнвороде, это режим Джамп Лиги. Остальные мини-игры до сих пор мне кажутся крайне одинаковыми и, собственно, крайне похожими именно на классические игры на лицензии. Прямо в один в один взят тот же самый Мордер Мистери, но при этом так и не доработан до уровня Хайпикселя. И так, на самом деле, с абсолютно всеми играми, которые здесь присутствуют. Кстати, о багах я тут еще не уточнил. Если вы съедите золотое яблоко и потом умираете, то бонус как раз-таки сердечко у вас сохранится на всю вашу игру в Jump League. И вот эти вот все небольшие баги, которые реально сказываются на вашей статистике и победах, как по мне, могут очень сильно таки отвлечь игроков от данной игры. Но это опять-таки спорный вопрос, поэтому давайте теперь перейдем уже, наверное, к плюсам самой мини-игры и как раз таки к тому, почему этот режим может все-таки остаться на постоянную и в итоге стать максимально популярным по сравнению, скажем, с тем же самым Skywars или Bedwars, которые ранее Занимали данный пьедестал. Начнем, конечно же, с того, что это единственный свежий мини-режим за последние два года у нас на пиратских серверах. То есть, да, опять-таки, тот же самый Arder Mystery уже портировали у нас на русскоязычные сервера, но вот в таком масштабе пока что еще ни один проект, собственно, ничего подобного не создавал. Хотя я бы, конечно, поспорил с этим пунктом. Но ладно, засчитаем, собственно, плюс. Хотя, вероятнее всего, конечно же, можно учесть также всякие режимы Кристалликса и прочих серверов, которые вроде как тоже что-то новое довносят регулярно у себя на свои проекты. Так, забираем тем временем следующего игрока. И давайте вот этого петушка тоже быстренько у нас здесь пока что обезредим. съедим яблоко. Вот яблоки, кстати, очень сильно решают, если они у вас есть, то обязательно их кушайте. И тем временем, конечно же, продолжим еще одним бонусом. Вот, по поводу незакрытия самого режима, можно также отметить, что закрывать игру, которая разрабатывалась два года, было бы, наверное, очень и очень глупо. Поэтому, вероятнее всего, сам режим именно останется на проекте. Но вместе с этим скорее всего, без онлайна, либо же онлайн этого, собственно, мини-режима может сильно скатиться, лично по моим предположениям. То есть это не факт, что произойдет именно так, что он точно 100% скатится, и там онлайн будет, ну, игроков 5 в час. Нет, я говорю именно о том, что сам мини-режим, скорее всего, не слышит той самой популярности, которую, собственно, мог бы получить, будет что-то прямо кардинально новое, что реально могло бы заинтересовать как русскоязычных, так и англоязычных пользователей. Ну и, конечно же, владельцев лицензий, которые в любом случае еще не раз здесь у нас повстречаются, но при этом, скорее всего, останутся также приверженцами Хайпикселя. Ну и раз уж у нас остается время, давайте сходим на еще один режим, и я там расскажу вам все еще подробнее. И вот только что хотел вам рассказать о режимах, хотел запустить сплэк, и как видите, онлайн у нас в аркадках просто невероятно мал. Стартует только тентераны, только потому что там кто-то собрал пати. Собственно, без пати зайти сюда куда-либо просто Unreal. Потому ну, может, на мосты можно сходить и на Мардера. Все, вот эти два режима, они запускаются сами по себе, не в шипварс ни в ту же Jump Лигу сыграть практически невозможно. То есть приходится ждать, пока игры закончатся, и пока кому-то очень сильно захочется, собственно, взять и зайти на этот режим, скажем, с двумя пати. Одним пати запустить те же самые игры типа сплэга просто нельзя. Поэтому приходится, собственно, идти в первое лобби и даже мне, как ютуберу, ждать, пока кто-нибудь до соизволит зайти со своим пати, именно на режим сплэга, и со мной в него скатать. И я так думаю, что если эта игра Да выйдет, то вероятнее всего Некоторые игры также продолжат оставаться Крайне и крайне непопулярными Ну а тем временем, давайте Перейдем уже к самой каточке И что же, запустился здесь исключительно Один Тинь И собственно вместе с этим сыграем мы сейчас Именно здесь, и я вам еще раз намекну На то, что баги до сих пор встречаются Даже на столько простых режимах Опять таки, если вы прибежитесь, собственно у нас Пару раз по Тинь то заметите Летающих игроков на загрузке, не багаются, они у нас, собственно просто не загружаются до конца и как итог, некоторое время абсолютно спокойно висят наверху, после чего выпадают у нас за карту причем сделать так у нас вполне свободно можно, собственно, в любой каточке и за это вас не коцает, как на блокпате, например, хотя, как по мне это, наверное, можно было предусмотреть и имея опыт блокпати, в котором игроков таки начали бить и просто перенеся парочку строчек кода оттуда, можно было бы вполне неплохо пофиксить этот баг, а не сливаться в итоге этим игрокам, которые просто висят наверху. И по факту багов вот реально крайне много. То есть я уже снял 20, собственно, этих багов в нашем прошлом видеоролике. Ну, относительно прошлом, он был не совсем прошлым, он был позапрошлым. И так вот, там мы разобрали целых 20 багов именно этого режима, большинство из которых таким можно было предусмотреть и пофиксить еще до выхода беты, поскольку, ну, их не надо было даже искать, они были вполне себе крайне открытыми, и, собственно, найти их не составляло никакого труда. Собственно, я нашел эти баги буквально за одну трансляцию в первый же день выхода аркад. Кстати, о трансляциях. У нас там стримы каждый день 12.00 с бесплатным пати на аркады. Так что, если хотите сыграть, то заходите к нам на трансляции. Буду рад вас увидеть. Ну и, конечно же, на этой премьере тоже после просмотра в финале напишите свои ники. Я вас также приглашу на, собственно, в наше пати. Каждый день делаю премьеру, каждый день новый видеоролик и там же бесплатная пати для всех наших желающих зрителей и подписчиков. Канала, главное подпишитесь колокольчиком и конечно же напишите собственно комментарий со своим ником именно в комментариях и в чатике вот как-то вот так вот ладно продолжаем тем временем говорить о плюсах собственно и учитывая разнообразие я так предполагаю что рано или поздно именно на основе аркад на вами может появиться что-то по-настоящему новое и опять-таки тот режим который будет доступен только в 2027 году думаю знаете где он там находится такой серенький с серым стеклом так вот он может реально вас шокировать и Вероятно удивить уже совсем скоро То есть я не думаю что его будут тянуть До 27 -го года И вероятнее всего он появится уже Вот буквально на днях вероятно Может при старте самой игры А может через пару месяцев когда собственно Опять таки хайп вокруг аркад Будет угасать и там добавят что нибудь Новенькое наконец таки добавят статистику Коинов я надеюсь что ее добавят И мы ее увидим ну и конечно же Сможем ей насладиться Ну а на этом все всем хорошего настроения Спасибо вам за ваш просмотр и подписку. Смотрите прошлые видеоролики по аркадам и не только прямо сейчас, по ссылкам на экране. И, конечно же, можете сейчас заценить мои прошлые видео о багах и вместе с этим способах зайти на аркады без какой-либо донат привилегии. Ну а на этом все. С вами был Слайв, Всем удачи, всем пока и до скорых встреч!